Бродячего пса по кличке Бандит нашли и отвезли в приют для бездомных животных. Оказалось, что у питомца сердечный червь, поэтому спасатели тут же занялись его лечением. Обычно с этой болезнью справиться несложно, но, к сожалению, для Бандита все обернулось бедой, он лишился задней лапы, а заднюю часть его туловища парализовала. Питомцу с каждым днем становилось все хуже и хуже, и когда заболевание удалось вылечить, он остался инвалидом. Бандиту не везло и в дальнейшем, сначала не удалось собрать достаточно денег, чтобы купить ему инвалидное кресло, а затем в течение 4 лет его несколько раз усыновляли, а потом возвращали в приют. Людям было очень тяжело справляться с его инвалидностью. В руки организаторов программы спасения попал Бандит. Ему купили инвалидную коляску, чтобы он мог передвигаться, и заселили в дом. Необычный 8-летний пес оказался одной из самых милых и жизнерадостных собак, которых когда-либо видели люди. Каждый из них обожает работать. Именно с этим питомцем. Сейчас Бандит чувствует себя так, как должна чувствовать любая здоровая собака. Он полон силы и энергии. Пес счастлив.